Это что за чудо-юдо? Ты что, старый? Охренел, что ли, совсем? Я же сказал, что не буду повторять в начале повтор предыдущей серии. Больше не проси. Все, сказал нет. Надо нет. Ну ладно. Опять ты. А я всегда здесь. Ладно, потому что вы хорошие детки были в этом году. Повторю еще раз, что было в предыдущей серии. Но больше так не делайте. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. Эй, друзья, всем огромный привет. Это бесплатная площадка, сюда можно приходить. А сейчас нам надо отсюда уехать. Красный терминал. Сейчас посмотрим, что есть и сколько стоит. Что-то перекислили. Не очень. А я же не специально это сделал, я от незнания. Если вот что-нибудь такое с мотнёй. Ну тут опять размеров не будет. Вообще азиаты очень полюбили ходить гулять в пижамах. А можно вот так вот прям. Кстати говоря, знаешь, чтобы это не скучать, то вам тоже есть чем заняться. Мы сейчас быстренько посмотрим по стоимости айфона, да, вот вам и цены. Только что были в торговом центре, а теперь мы на Beach Road, вот. Смотри, полиции сколько. Есть спасатели, то есть все есть. Это шутка была, кушать. Царство вечной мерзлоты. Знаешь, что многие еще девчонки интересуются по поводу... Но про алкоголь мы больше не рассказываем. Как же я люблю это место, друзья, вы не представляете. Снесли бы его, и было бы все, всем замечательно. 900 бат дороже. Там, здесь дешевле. Паром, собственно говоря, в чем мы сюда идем-то? Мы, кстати, приехали еще на одну смотровую, она такая достаточно известная. Было громко и дымно. Угадали место, куда мы переместились. 7-Eleven закрыт, все работает. Смотри, еще один 7-Eleven тоже не работает. Я думаю, что просто народу нет, поэтому что им работать-то? Солнце отправили в другое полушарие. Мы пойдем по еде. Это может быть именно то, что мне и надо. Пробуем. Ну, надо на всех рынках попробовать. В Таиланде нет риса, дожили. Мне? Что, надо надеть? Раз, два, не, надо так, раз, два, три. Не знаю, что случилось-то? Что должно было случиться? Да не, на самом деле мы сегодня будем радовать вас настоящим новогодним настроением, потому что, сами понимаете, елок нет. Что там, снега нет, зато есть солнце, море и пляж. И прямо сейчас мы начинаем наш новый выпуск на канале вот так. Ну что, друзья, сейчас создаем сумасшедшее настроение. 100% такого у вас еще не было, потому что, согласитесь, кто еще в шапке пойдет купаться в такую воду? Только мы на канале вот так. Друзья, всех еще раз с Новым годом, с наступающим, с наступившим, в общем, с любым отличным праздником и отличным настроением. Все, я пойду поплаваю, а вам спасибо. Смотрите. Ну что, друзья, продолжаем наш сегодняшний такой, знаете, я даже не знаю, как этот выпуск сегодня мы его назовем, потому что сегодня будет все для настроения, как для нашего, так и для вашего, как я уже обозначил. Мы, кстати говоря, сейчас находимся на острове Колан. Это один из наших самых любимых пляжей, который мы вам уже снимали, который вам уже показывали, называется пляж Таяй. А если вы соберетесь, вот он такой, небольшая бухточка, очень немного здесь туристов и очень такая бирюзовая, красивая, голубая вода. Ну и, конечно же, еда. Мы сегодня, кстати говоря, не завтракали, смотри, я себе взял, это такое мега-туристическое блюдо, рис в ананасе. И Александр Анатольевич сегодня у нас
кальмарами питается. Так что мы сейчас все попробуем и насладимся тайской едой. Я прям уверен на 100%, потому что пахнет, конечно, обалдеть как. Ну, конечно, вкусно. Если не пробовали, расскажу, что здесь. Рис, яйцо, курица, ананас. И все это в таком, знаете, немного карри-соус. Еще изюм. В общем, очень вкусно. Обязательно попробуйте. Здесь на пляже стоит это блюдо 200 бат всего-навсего. Ну, большая порция, так что можно прям наесться вдоволь. Что я и делаю. Очень вкусно. Давно я не ел такого. Да, шапка оказалась волшебная. Видишь, настроение сразу улучшилось, потому что, конечно, я сам не ожидал, что мы сегодня будем снимать именно так. Ну, да и хорошо, собственно говоря, потому что лучше, когда что-то спонтанное происходит, так из-за этого становится интереснее. Короче, друзья, мы сейчас будем немножко купаться, отдыхать, но вы этого не увидите. А потом мы включимся уже, когда... Чуть-чуть проедемся по острову. Мы сегодня не будем кататься, как мы это делали до этого. Для этого у нас есть шикарнейшее видео с острова Кулан, где мы объехали практически все пляжи. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылку оставлю в описании под этим видео. И прямо сейчас появится надо мной ссылочка. Так что эти пляжи вы посмотрите на том видео. А сегодня мы вам просто покажем всю красоту данного пляжа. И, конечно же, проедемся немножко по острову, чтобы так атмосферненько. Мы покидаем Таяй-Бич. Кстати говоря, для всех наших зрителей вы должны иметь в виду, что Таяй является официальным резиденцией канала «Вот так». Это наш самый любимый пляж, поэтому, когда вы здесь будете, обязательно отмечайте нас в ваших социальных сетях. Нам будет очень приятно, и мы будем обязательно репостить. А сейчас мы, как и обещали, поедем прокатимся по острову, чтобы вам сделать хорошо и себе сделать немножко приятно. До свидания. Ай-яй. Смотри, какая красота. Даже уходить не хочется. Безусловно, может возникнуть вопрос, как перемещаться между пляжами. Ну, прежде всего, конечно, вы можете взять в аренду байк, как это сделали мы. Или волшебную шапку. Или волшебную шапку, да. А она сегодня, видите, как работает волшебно. Короче, да, можно снять байк в аренду, здесь права не нужны. 300 бат стоит в сутки, и катайтесь по всему острову, в принципе, вам за глаза хватит. Залог, да, оставляйте права, либо паспорт, вот. И можно перемещаться на тук-туке, они ходят с паромом. С пирса, да, куда вы приплываете на пароме. И можно еще взять мотобайк-такси, 100 бат с человек, и вас привезут в тот пляж, куда вы скажете. А мы сейчас приехали, кстати, на второй пляж, который называется Nual Beach. Вот видите, здесь уже по-другому. Мы почему сегодня вам покажем разные пляжи, чтобы вы могли сравнить тот пляж, на котором мы были до этого, и все остальные. Вот все остальные, они немножко отличаются от того пляжа. А чем? Смотрите.
Ну вот видите, мы сейчас весь пляж не пойдем смотреть, потому что я вам уже обозначил, что мы уже здесь снимали, и посмотрите повнимательнее предыдущие наши выпуски. А что здесь мне не нравится конкретно, это то, что сюда чаще всего привозят вот на этих спидботах, которые вы берете индивидуально. То, о чем мы вам говорили в одном из выпусков, да, если вы заказываете индивидуальную лодку, то, скорее всего, вас привезут именно на этот пляж. Шезлонгов здесь больше, но здесь спокойнее море, да? Ну, это на самом деле, куда ты скажешь, да, тебя и привезут, ну, по идее. По идее, да, но чаще всего они привозят сюда, потому что им здесь удобно, видишь, парковаться, то есть как бы и ждать потом. Вот, и здесь спокойнее, да, намного, чем вот мы были на том пляже, смотри, вот с детьми здесь и мелко. Так что вот, для детей очень даже, кто путешествует с детьми, очень даже подходящий пляж. Все. Волшебная шапка делает свои дела, видишь? Мы и так ходим по Паттайе, к нам подходят все здороваются. А тут помимо того, что к нам подходят здороваться на всяких пляжах, кто нас узнает, так еще и те, кто нас не знает, они ходят и фотографируют, что типа Дед Мороз на пляже. Опять же, выбирая пляж, да, вы всегда все выбираете под себя, но сразу вы должны понимать, что на какой бы пляж вы ни приехали, везде будет кристально чистая вода, вот такая, да, просто где-то она будет по бирюзовью, где-то будет побольше людей, где-то будет помельче, где-то будут волны, но, в общем, все пляжи будут с такой шикарной водой, ради чего, собственно говоря, и едут на острова. Пляж с шикарной водой? Да, с шикарной водой. А сейчас нам с вами предстоит переместиться вообще на другую сторону острова. Мы с вами заедем на еще один очень популярный среди наших зрителей пляж, который называется Тиен. И это будет, собственно говоря, финальный пляж сегодняшнего выпуска. Поэтому поехали вместе с нами, покажем вам еще красоты немножко острова Взбайка. Ага. Хо-хо-хо. Ну что, узнаете, все, кто здесь был, Тиен Бич, очень многие здесь любят. Пляж тоже протяженный, мы сейчас туда не пойдем. Тут, вот видите, можно дойти по нему, до него по мостику. Так и называется, собственно говоря, пляж с мостом. Для тех, кто, знаете, попроще, кто не любит эти все тайские названия. А народ-то есть, например? Народ, да, есть, но здесь поменьше тоже людей. Вода, конечно, тоже бирюзового оттенка, шикарная. Опять же, да, сейчас встретили наших подписчиков. Друзья, спасибо большое, мы прям как это сегодня катаемся, как сыр в масле. Знаешь что, у тебя шапка треснула. Она не треснула, она просто впитывает солнечную энергию. Вот, и да, спасибо большое, мы стараемся специально для того, чтобы у вас отдых был как можно проще и легче, и интереснее. Поэтому, друзья, Тиен Бич, остров Колан, мы на этом заканчиваем здесь, потому что нам надо сейчас возвращаться в Паттайю, доедем с вами до парома, кстати говоря, пересядем и уже окажемся в Паттайе, потому что наше приключение продолжается, у нас сегодня всего столько интересного, так что не переключайтесь, я уверен на 100%, что шикарнейшая новогодняя, вот столько, шикарнейшая новогодняя, да и просто настроение вам обеспечено вместе с каналом вот так. Мы молодцы, вы тоже, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну что, друзья, второе настоящее волшебство, как мы вам обещали, мы переместились в Паттайю, а здесь уже вовсю видите. Все отмечают Новый год, можно сказать. Но на самом деле только готовятся, чтобы отмечать. Можно, видишь, даже за покупки сегодня шапки выдают.
Ну, такие, конечно, не такая волшебная, как у меня, потому что такая одна. Но такую можно получить за сколько-то там... За сколько-то там покупка. Короче, вот, смотри, это пока такое небольшое новогоднее настроение вам, потому что мы сюда приехали, это, кстати говоря, Central Festival, я меня не обозначил, мы сюда приехали не просто так, мы посмотрим сейчас, какие здесь есть подарки. Ну и попутно уже разберемся, что будем делать дальше, потому что, сами понимаете, волшебный выпуск не может обойтись без волшебства. Уверен, оно сегодня обязательно случится. Пойдем прогульнемся. Вообще, как вы понимаете, для тайцев этот Новый год, он не является каким-то там супер праздником. У них даже, по-моему, нет выходных дней в это время. То есть, допустим, если вы выйдете 1 числа, ночь 31 на 1 на улицу, то все 7-Eleven будут открыты, это будет работать, всякие там магазинчики. Короче, это для них не является каким-то супер праздником, но отмечать они любят. Что им дай повод, они всегда радостны сядут на расстелят свою циновку и будут отмечать. Поэтому мы сегодня с вами просто пройдемся здесь в магазине, погуляемся, потому что мы вам опять же обзор делать не будем, уже делали до этого, ссылку оставлю в описании. И посмотрим вообще, чем могут порадовать нас в качестве подарков, короче. Да, мы ничего не будем покупать, но мы посмотрим и покажем вам с удовольствием, потому что это все всегда создает такое вот, знаете, хорошее новогоднее настроение. Конечно же, там, где праздник, там всегда еда. Это мы вам уже показывали часто на всех более-менее крупных мероприятиях, да и вообще без мероприятий. В Тае везде еда. Тут уж вообще просто. Но смотри, в общем, короче, как бы так вот, как таковых, да, вот что-то супер такого. Понятно, что всем нам нужно разное, да. Кому-то нужен там кошелек от Louis Vuitton, а кому-то тапочки. То есть, понятное дело, что можно здесь найти себе любой подарок. Да, да. Вот, поэтому тут, конечно, все есть. Вот видишь, всякие там новогодние аксессуары, там рожки-ножки будут ходить. Потом новогоднюю ночь все с этими рогами-ногами. Вот смотри, опять же, да, можно купить какую-нибудь, например, кофту. 200 бат стоит. То есть их здесь вообще великое множество. Хочешь такую. Просто единственный вопрос у меня возникает, зачем такая теплая одежда в Таиланде? В принципе, они верзлявые, поэтому, может быть, оно и пользуется спросом. Ну, вообще, в общем, принтов миллион просто. Хо-хо-хо. Это в основном все женское. У меня почему-то не покидает такое ощущение, что это вообще все ношеное. Потому что, смотри, бирки оторваны. Ну, в принципе, если бы что, я бы себе взял что-то вот типа подобное. Обожаю Гринч, который украл Рождество. Шедевр. Готовы? Раз, два, три. Это можно, в принципе, у нас на детских утренниках... Не, на детских утренниках какую-нибудь там кикимору можно играть или что-нибудь такое. Короче, можно найти себе здесь... подходящий костюмчик. Ну да, у меня такое прям ощущение, что это уже кто-то носил, и причем не один раз. Все, уходим, а то еще что-нибудь подцепишь здесь от этих коп. Смотри, а можно в качестве подарка себе выбрать вот такой небольшой подарочек? Ну а почему нет-то на Новый год? Хавал Джолион Ультра, 999 тысяч бат. Ну, красота. В принципе, я бы вот от такого подарка не отказался. Но если что, друзья, имейте в виду, то, что, как это, iPhone 14 меня тоже вполне устроит.
Вообще мне нравится, знаешь, вот так вот ходить гулять, когда тебе ничего не надо купить, а просто подарки. Ты ходишь. Ну, подарки есть подарки. То есть ты понимаешь, ты ничего конкретного не ищешь. Что подвернет, что понравится, то и купил. Вот. А я говорю, от этого сразу настроение действительно улучшается. Знаешь, когда ты не хочешь вот так вот. Я придумал подарок. Вот, хавар. Оператору нужна новая камера. Оператору нужна новая. Слишком дорого для оператора на подарок на Новый год, поэтому пойдем что-нибудь попроще найдем. Торговый центр большой, здесь много этажей, находится он прямо рядом с гостиницей Hilton, практически он к ней присоединен. Поэтому здесь вам прям очень будет хорошо пошопиться. Это для тех, кто впервые собирается сюда едет. Те, кто уже здесь был, те знают этот торговый центр и очень его любят. Ну, в принципе, как бы, как и терминал 21. Но в терминале там больше вот таких, значит, тематических фотозон, там всякие вот, ну, там поинтереснее ходить. Здесь он именно сделан как торговый центр. Никаких таких вот супер изысков здесь нету, в дизайне имеется в виду. Ну, а так прикольно, конечно. Все равно, в любом случае. Не знаю, я когда вижу елку, у меня сразу вот прям настроение улучшается, сразу предвкушение каких-то праздников, каких-то вот такой вот атмосферы особенной, потому что вот только раз в год бывает такая атмосфера, согласитесь. Многие, кстати говоря, из Таиланда привозят мыло. Раньше, я помню, что все время сувенирные были такие там разные, ну, которые, ну, пахнет вкусно, а она, ну, не мылится вообще. А вот видишь, сейчас в торговых центрах стало очень много всяких таких парфюмерных, вода, все остальное. Да, и вот такие вот мыло, кусочек. Разобрали почему-то больше всего вот этот. Хотя аромат, конечно, не очень такой. Black rice и уголь. Черный рис и уголь. Не наша тема. А, короче, это мыло все из риса сделано. Это все из риса мыло сделано. Это, короче, я так понял, что это все мыло сделано из риса. Потому что, видишь, тут меняется только название. Ну вот, white jasmine и rice soap. То есть, и везде то же самое. То есть, это мыло из риса. Странно. Ну, в принципе, для Таиланда не странно. Они из риса делают все. По ароматам. Ну, потому что, когда проходишь мимо такого, знаешь, оно все время привлекает внимание, но это всегда так, да, примерче везде, когда там в торговом центре выпечку, чтобы людей, аромат выпечки привлекает людей, чтобы больше покупали. Так и тут. Всякие вот эти вот вкусные вещи, они тоже так, хочется прям домой прикупить такое. Знаешь, хочу тебе предложение сделать, Александр Анатольевич. Неожиданно. Давай мы с тобой сейчас не просто будем ходить без толку туда-сюда, а зайдем в одно очень твое любимое место. Догадался, о чем речь? Ну, что ты любишь? Вот, очень сильно. Ну, мороженое? Правильно. Мы, знаете, тут как бы не часто, потому что дорого. Но, тем не менее, раз в год можно себе позволить, тем более праздник такой. Мы сейчас с вами зайдем, друзья, в сеть такая называется Свенсон. Да, Свенсон, по-моему. И у них есть такие вот новогодние разные предложения по мороженому. Они очень красиво оформляют мороженое. Это получается уже не, как десерт полноценный. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, где он находится здесь, зайдем и покажем вам
что там есть, собственно говоря, и расскажем по ценам. Ну и, конечно же, добавим себе еще, опять же, новогоднего настроения. Вперед. Теперь надо найти, где он находится. Ты не помнишь, где он был? По-моему, там, там где еда. Но мы, если что, спустимся там потом. А, нет, он, по-моему, где-то... Как это... Ну, кто так строит? Мы не можем найти. Я вот, честно говоря, даже не помню, где он находился. Вот уже все более-менее приличные мороженщики прошли, а этого нет. Ну, ладно, пойдем дальше искать. Но знаешь, если не здесь, то я точно знаю, где он есть. Мы в любом случае туда сегодня попадем. Вперед! Так, ну что, здесь мы так и заблудились, короче. Ну, естественно, как и везде, да, в это время максимальные скидки такие проходят. Особенно будет больше скидки после окончания новогодних праздников, когда будут вообще сливать зимнюю коллекцию, тогда будут еще там до 80% скидки. Так что, ну это все знают, кто любит шопинг, потому что они-то знают, когда нужно ходить по магазинам. Короче, мы не нашли. Он, может быть, здесь и есть, наверняка нам потом напишут в комментариях под видео. Но нас это не расстраивает, потому что мы все равно хотели с вами пройтись, прогуляться еще по... Beach Road. Мы начали прогулку в прошлой серии. В этой серии дойдем сейчас с вами чуть подальше. Смотри, ну здесь, как всегда, да, площадь, столы. Какие-то наверняка концерты вечером проходят. А, кстати говоря, заметили, в этом году не поставили елку. Обычно здесь стоит огромная елка такая. Так что вот, сэкономили. Так, ну, в общем, напротив, вот так вот, теперь уже за моей спиной море. Это очень радует всегда, когда выходишь, знаешь, из торгового центра, казалось бы, так, ты в городе, а тут выходишь, у тебя море. В общем, очень, очень круто. Мы сейчас с вами направляемся в сторону Walking Street, до места, где точно есть Swensons, и где мы будем, не бегу, где мы будем... пробовать все-таки мороженое. Хочется уже так немножко охладиться. После кулана, после паттайи надо немножко так take it easy сделать. Кстати, в этом году они как-то поскупились. Первый год после пандемии народ как бы, да, много, а на оформление они сэкономили. Ну, понятно, денег, наверное, в бюджете нет в Паттайе. Вот, елку не поставили, этот самый, огоньки не повесили. Сейчас посмотрим, дойдем с вами до торгового центра, который такой, помните, не тот с самолетом, где мы были, терминал 21, а вот который находится в центре, он тоже центр с самолетом, потому что сзади него как бы... самолет врезался. Не помню, как он называется. Вот. Ну, сейчас дойдем, посмотрим. Заодно прогуляемся с вами по Beach Road. Голубей посмотрим. Не видели давно. Мы специально, друзья, видите, пешком идем, чтобы вы посмотрели свои любимые знакомые места, вспомнили, как вы здесь отдыхали. И вы должны все проецировать, понимаете? Чем чаще вы будете думать о том, что я хочу здесь оказаться, тем быстрее вы здесь окажетесь. Поэтому это вам такое пожелание, потому что сегодня выпуск такой у нас праздничный, волшебный, поэтому все пожелания, которые сегодня будут, они 100% исполнится. Прямо сейчас говорите, я хочу Паттайю.
сказали. Молодцы. Теперь ждите, скоро исполнится. Кстати, у нас частенько спрашивают на стримах и вообще потом в нашем телеграм-канале спрашивают, посоветовать какое-нибудь заведение такое более-менее приличное, чтобы было вкусно, как бы, и музыка живая, и все остальное. Вот мы проходим, называется заведение «Хоббс». Просто мы не так часто бываем в таких заведениях, а здесь я думаю, что в следующем году мы обязательно его посетим. Да, я тоже на это надеюсь. Ну, в общем, да, мы здесь были, нам понравилось. Действительно, еда очень приличная, очень вкусная пицца была раньше. Не знаю, как сейчас, но говорят, что ничего не изменилось, то есть качество осталось прежним. Живая музыка. Живая музыка, да, и пиво, своя пивоварня у них там находится. В общем, достойное место, рекомендую, если захотите. Еще раз, вот название «Хоббс». А «Макдональдс» рекомендуете? Нет. Я рекомендую вкусно и точка. Ну, на самом деле, да, ребят, ну, как смысл рекомендовать «Макдональдс»? Все, кто ест «Макдональдс», все без рекомендаций там едят. Ну вот, видите, не спеша, мы дошли с вами до вот этого торгового центра. Я все пытаюсь вспомнить, как он называется. По-моему, Royal Garden Plaza, насколько я вот... Ой, а там что у нас такое? О, оркестр нас встречает, видишь? Я же говорил, не зря мы пришли. Всему свое место и время. Мы всегда в гуще событий. Центр, когда заходишь, сразу прохлада. Ну вот, видишь, все у нас прям срастается один к одному. Немножко фальшивит, ребятки, но ничего, подучатся к следующему году, весь репертуар выучат, нормально будет. Так, ну и здесь мы уже вам точно какой-то там не будем снимать торговые всякие точки. Мы вам сюда пришли с конкретной целью, мы эту цель сейчас и осуществим. Пойдем за мной, птичка, там много вкусного. Рай для сладкоежек. Сейчас пойдем куда-нибудь сядем. Ну, давай вот сюда, вон, за столик, там девушка похожа. Ну, смотри, прям хочу какого-нибудь настоящего новогоднего предложения. Фондю. А у них фондю, что ли, в этот раз? Так, у них, видишь, в этот раз предложение какое-то фондю. Я не знаю, что это. Фондю из Каментау. То есть какие-то там фондюшницы вот такие, видишь, мороженое, там что-то надо с этим делать. Step 1, step 2, step 3. В общем, это... Ну, мандю это фондю, да, и мороженое. Да, я хочу тоже какого-нибудь обычного такого. А вот, смотри, еще есть какое новогоднее предложение. Прям большое. За 500? Да. Но это прям много.
То есть это прям такой полноценный ужин или обед. А мы сейчас посмотрим, что вообще есть в наличии. Ой, меню-то обновилось, прям много всего. Ассорти вот такое стоит, смотри, 389. Там много шариков разных, можно попробовать, если вы не знаете, что вы хотите. Но цены, конечно, не низкие, но оно того стоит. Ну, если здесь торт стоит 800 бат. Что-то хочешь отморожить. Тут, кстати, привозят сразу, приносят воду, привозят. Водовоз привозит воду. Очень хорошо. Я, потому что, опять же, мороженое сладкое, и можно запивать просто водой. Мы выбрались. Сейчас вы увидите, что мы выбрали. Но, please one. And this one. Я посмотрел, у нас такую не заказывают. Очень редко. Карт. Все, заказали, теперь ждем. Посмотрим, насколько быстро все это приносит. Поэтому настроение с каждой минутой улучшается, улучшается, согласитесь. О-о-о, друзья, вот он мой заказ. Я так скромненько. Вы сейчас просто сравните, что заказал я и что заказал Александр Анатольевич. Ну, в общем, повторюсь, да, цены здесь не бюджетные, но вкусно. И один раз можно здесь попробовать, знаете, ну, действительно получить удовольствие. Прошу, потом говори. Действительно получить удовольствие просто. Не просто съесть мороженое стаканчик, а съесть именно как десерт. Поэтому... Вишня хмельная и очень много этого, сливок. До мороженого еще не добрался. Это мое ведро, да. Скромный вазон для Александра Анатольевича. Я у тебя тоже все это попробую. Вот это настоящая порция Деда Мороза, понимаешь? Это домолёт. Далеко ходить не надо. Но красиво смотрится, должно быть все вкусно. Тут помимо мороженого еще щербет. Да, правильно называется? В общем, вкусно, друзья. Сейчас мы это все съедим и продолжим дарить вам отличное настроение. Вот, друзья, кто будет спрашивать, да, и кто наш новый зритель, за камерой у нас находится Александр Анатольевич. Вот для него в жизни две радости. Это съесть мороженое и съесть курицу. Поэтому, если вы будете, у него в феврале день рождения, если вы будете готовить подарок, можно отправить. Можете приготовить курицу. Можете приготовить курицу или мороженое. Вот, видишь, как нужно... Немножко для того, чтобы настроение стало хорошим и с радостью войти в Новый год. Вот чуть-чуть поел мороженого человека, и все. Все отлично. Совсем другой человек. Да, вообще. Добрее, веселее. Так что все, друзья, мы сейчас здесь заканчиваем, расплачиваемся и идем дальше, потому что наш выпуск продолжается. Мы вас просто так не отпустим сегодня. Оставайтесь с нами. Do you have the bushy craft, Vincent?
Excuse me, do you have number half or anything? Number? Number? Ah, no, 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 have. Час расплаты, самое грустное во всем этом действии. 558 бат у нас получился. Счет? No need. Okay. Предлагают карту постоянного посетителя, но мы не стали заказывать. Первый раз расписываюсь маркером. Капын-кап. Ну все, друзья, все равно настроение от этого хуже не становится. Даже, ну, расплатились, но мы потратили, да, приличную сумму. Для нас приличную. Но зато кайф какой-то, то, что скоро Новый год, скоро будет время волшебства, время чудес. Вообще, меня вот этот момент всегда прям радует и веселит. Поэтому мы сейчас с вами выходим опять на улицу. Там уже сейчас немножко солнце идет на закат. И мы с вами прогуляемся. И уже... А куда мы прогуляемся-то? Куда мы вообще дальше идем? Ну, короче, мы сами пока еще не знаем, куда мы идем. Поэтому для вас будет интереснее вдвойне. Куда же они пошли? В это невозможно поверить, друзья, но волшебная шапка занесла нас еще дальше, точнее, еще выше. Мы сейчас с вами находимся в руфтоп. Тут находятся и бассейны, и бар, и ресторан. Это отель Сиам-Сиам. Точку в описании обязательно оставлю на карте. Сейчас будем наслаждаться с вами закатом, вот этими всеми шикарными видами. И, конечно же, сейчас пройдем, покажем вас, что есть здесь, чтобы вы имели в виду, приезжать сюда и не приезжать. Кстати говоря, надо узнать, может, по-моему, раньше был какой-то там депозит, надо было заплатить сколько-то бат, чтобы можно было проводить время в бассейне. Сейчас все узнаем. Очень здесь атмосферно, мне здесь очень нравится. Ну, согласитесь, ставьте лайк обязательно, потому что место такое топовое. А я вам рекомендую сюда сходить. Мы сейчас с вами, кстати, поднимемся еще выше, там круче еще. Но в данный момент можно вот присесть на стульчик, смотреть на закат. Но мы давайте сходим сейчас наверх и покажем вам еще ту красоту, а потом, может быть, как раз сюда спустим, потому что я же говорил, что сегодня будет волшебство, друзья. Вы не поверите. Пока мы тут ходим, снимаем, приехали с Кулана, гуляем по Паттайе, показываем вам шикарные виды, нас на Ютубе стало больше 30 тысяч подписчиков. Представляете? Это очень круто. Волшебство новогоднее случилось в нашем случае, поэтому я всегда говорю, что наши выпуски заряжены на... позитив и на волшебство. Вот оно так и происходит. Пойдем наверх прогуляемся. Здесь вот есть такой специальный лифт. Вот там в углу, видишь, рука вверх показывает. Это как раз можно подняться еще выше. Поднимаемся, видите, на третий этаж. На втором этаже, кстати говоря, находится... джим. Вот, смотрите, красота. Вообще, конечно, молодцы. Такой сегодня вам выпуск забабахали. Такие места вам показали шикарные. Просто смотрите, сейчас здесь. Оп. Здесь уже так, знаете, поживее, потому что здесь диджеи играют вечером. Такая более клубная обстановка. И, конечно, виды, вот смотри. На одну сторону, это там, где нет моря. И сейчас переходим туда. Пойдем. Да, и здесь, кстати говоря, нет... Иногда бывает, что не бывает мест в наличии, поэтому нужно бронировать заранее, если вы хотите, чтобы вам наверняка досталось то или иное место. Ну, в общем, вот такой шикарный бассейн. Смотри, с этим дядькой. И будет закат. Просто вообще классно. И это еще под музыку все это дело происходит. Вообще, очень мне нравится здесь. Мы можем вон туда подняться, пойдем, повыше еще выше.
Ну, как вам наше волшебство, друзья, да? Согласитесь же, атмосферно. В общем, все для вас, любимых. Я даже не знаю, меня самого переполняют какие-то эмоции. Мы здесь, кстати говоря, на этом баре не были года 4, наверное, да, если не больше. Ну, в пандемии мы не были, еще до этого, там, я не помню, в каком году были. Так что сейчас у нас такое возвращение. А я думаю, что, знаешь что, нам надо даже отметить все это дело, потому что мы сейчас с тобой закажем, может быть, по коктейльчику. За 30 тысяч подписчиков выпьем, во-первых. Во-вторых, за то, что сегодня вот так вот все случилось. Супер. Давайте так и поступим. Хотим узнать цены на меню. Просто не знаю, тут официанты есть или нет. Коктейли. Ну, короче, цены на коктейли, конечно, вы сами понимаете. За всю эту красоту приходится переплачивать. Так, от 330, ну все они практически по 330, есть за 300. Ну что, по какому возьмем-то коктейлю? По фирменному? О. $560 бат. Ну, короче, вот. 4 штуки. 3 Сан-Мигуэль, Чанга 4, Хайнекена 4, Синхи 4. Все маленькие. Да, 600 бат. Цены как за большие. Сиам Инфинити и Пина Колада. Все, заказали по коктейлю, теперь ждем и будем отмечать. Могу налюбоваться. Я просто, знаете, вот реально сегодня получаю какое-то удовольствие от того, что мы вам все это снимаем и показываем, потому что, да, переключиться одновременно с острова Колан на Паттайю и оказаться сейчас вот в этот момент во время заката здесь, это какой-то верх того, что мы могли сегодня вообще придумать, потому что, честно говоря, у нас даже сценария никакого не было, когда мы собирались на съемку. Да, мы понимали, что мы будем на Колане, а что будет дальше, мы не понимали, поэтому все произошло вот так вот спонтанно. Это вообще здорово. Да еще и храм истины. Ты посмотри. Да что же вы со мной делаете, душу мне рвете? Не понял. Мы заказали раньше, а нам ничего не принесли. Ну ладно, пойду узнаю. Очень долго мы сидим, ждем. А я да, сейчас спрошу. Excuse me, are we order cocktails in a bar? On a bar? Yes. Why? Okay. Okay, wait a moment. I think for now we have so many orders. Okay, thank you. Сказала подождать еще немного. Очень много заказов на баре. Ну ладно, подождем. Не будем же мы портить себе настроение.
Мы так вот до 40 будем. Тысяч досидим. Да, да, да. Их стало 40 тысяч, и наконец-то принесли коктейли. Ну, тоже хорошо, тоже праздник. Уже переместились, потому что там нам мы устали сидеть. Ждем все свои коктейли. Кстати говоря, это не наши. Вот. И оказалось, что тут еще happy hour. То есть два по цене одного. Так что надеюсь, что мы их дождемся. Уже темно скоро станет. Ну что ж поделать. Настроение вообще классное. Такое на чиле. Сабай-сабай. Пей карту, окей? Ура, ура, нам пришли коктейли. Сейчас мы расплатимся. Так, здесь можно расплатиться картой. Смотрите, какой шикарный сегодня просто прослойка. Такой закат полноценный не получился, но зато вот это вот очень красиво. На фотографиях, в наших соцсетях обязательно будут эти фотографии. Ну все, давай, давай. Мы ждали практически час. Александр Анатольевич уже говорит, будем встречать здесь рассвет. Ну, с 30 тысячами нас. И вас, друзья, спасибо, что добавили семью вот так. Мы очень-очень этому довольны. И вы, надеемся, тоже. Так что за вас. Кап и кап. А у меня нет с собой мелких денег. И очень долго, да. Все вместе получилось 630 бат. Прекрасно. За 4 коктейля. Это просто великолепно. Вечером здесь прям очень атмосферно, правда, сегодня диджей нет, но что на самом деле хорошо, потому что нет громкой музыки. Обычно, когда диджей, здесь погромче играет музыка, а сейчас так, знаешь, это... Очень хорошо, очень гармонично. Видите, на Паттайю уже опустилась ночь, здесь все это происходит мгновенно практически. Только что вы видели закат, и уже темно. Поэтому мы сейчас допьем коктейли, которые мы долго ждали, и продолжим наш волшебный выпуск. Потому что одного волшебства нам мало. Нужно поискать что-нибудь еще. И мы знаем, где это сделать. А где, вы тоже скоро узнаете. Хо-хо-хо! Эх! Ну, ты знаешь, какой-то прям очень лайтовый. Ой, там еще баблы напихали внизу. Так, ну все, друзья, здесь мы закончили свою миссию. Идем дальше колдовать, потому что мы в последнее время полюбили, вы тоже, длинные выпуски. И у нас есть еще место, куда мы хотим вас сегодня пригласить. Ну а что делать? И будет вам счастье, и нам тоже. Так, корейская армия. Не, ну сейчас мы в классное место поедем.
кто был в Паттайе на Джамтене, тот прочувствует весь посыл, который мы хотели сделать. Так что едем. Ну что, друзья, вот мы и добрались. Мне кажется, это, наверное, такое самое атмосферное место, где всегда праздник. Неважно, Новый год это, не Новый год. Здесь многолюдно, здесь всегда весело. Много наших соотечественников. Вы поняли, что мы приехали на ночной маркет Джамтена. Поэтому идем сейчас вместе с вами гулять, посмотрим, что продается, что не продается. Точнее, наверное, как все продается и кто что покупает. Посмотрим, вперед. Если хотите, можете передать привет в свой город. Привет, Альметьевску. Еще раз. Привет, Альметьевску. Ребят, это наши зрители. Мы только не успели еще войти. Так что привет, с Новым годом, да? С Новым годом. Спасибо. Спасибо вам. Так, ну мы сейчас быстренько пробежимся по ассортименту, посмотрим, что есть. Потому что мы сами давно здесь уже не были, честно говоря. Ну, видите, да, многолюдно. Причем прям очень многолюдно. Я не ожидал. Но, в принципе, мы как бы понимали, что да, будет много людей. Но... Итак, друзья, давайте, ассортимент у нас не меняется. Как всегда, суши по 10 бат. Да, по 10 бат. Вино. Тут, кстати говоря, кто не пробовал тайское фруктовое вино, можно здесь попробовать. В принципе, мы брали, когда ездили на реку Квай, нам не очень понравилось, поэтому тут, опять же, да, все на вкус и цвет. Курица, курица и еще раз курица. Курица Атумья. Популярная точка шаурмы. Ценник не изменился, также 70 бат стоит. Я потерял. Очень много людей, говорю. Я уже отвык видеть ночной Джамтен, потому что мы когда были в пандемию, сюда приходишь в любой момент, там народу никого нет. Но это здорово. Значит, все возвращаются в свою любимую страну для того, чтобы получить удовольствие. Так, это что у нас? Итальянская пицца. 80 бат за такой кусок. Больше хлеба, чем всего остального. Спагетти сразу меняются. Понятно. Что-то новенькое, по-моему, такого раньше не было. Ну вот здесь уже подставь, видишь, 50 бат разные. Ну и там вот, кстати говоря, в первом ряду, мы сейчас с вами туда дойдем, там есть популярное место, где все постоянно берут подтай. Он уже просто мужик там стоит, я не знаю, из века в век. Да-да-да, на подтай уже себе сколотил целое состояние. Так, что у нас еще? Ну, кстати говоря, вот если сейчас смотреть, то время 19:20, да, то, ну, в принципе, народу много все равно. Здесь вот какие-то, да, тут вот бар, тут можно всякие коктейльчики себе заказать, кто не был, а кто был, те знают, куда идти. Если вы не хотите пить пиво, потому что если вы будете брать там, который находится с той стороны, там есть только пиво и самсонг там можно взять, а здесь именно коктейли можно заказать. Вот здесь вот, кстати, вот
именно тайский уголок такой, он так называется, тайский корнер, тайфуд корнер. А здесь можно всякий жареный рис, том-ям заказать, чикен грин карри, в общем. Если хотите попробовать тайскую кухню, говорят, здесь неплохо. Потому что мы сами не пробовали, но наши зрители рассказывают, что неплохо. Индийская кухня, здесь есть чикен тикка масала, даже 129 бат. Этого точно раньше не было. Так, ну, в общем-то, видишь, тут все здесь, да. Здесь делают сомтам, тоже можно заказать себе. Видите, сразу, как только что-то популярное, везде очередь. То есть надо будет стоять минут по 10, по 15, это 100%. Так, тут что у нас? Тут тоже пицца. Маргарита 119 бат. Как много всего. У меня глаза разбегаются. Но прикольно, кстати говоря, да, ты заметил, они делают пиццу прямо сразу в печи и вам выдают. То есть она прям свежая, ее прям сделали и можно сразу есть. Очень вкусно. Лучше, чем та, которую мы видели с таким тестом. Всякие, видишь, шашлычки, но это все как всегда. Это, но мне кажется, что подорожало, 40 бат стали стоить. А крокодил 40 бат на уровне с говядиной и уткой. Ну, такого не было. Курица 25, всякие там желудки, сердечки. И говорят, вот это очень вкусная тема, то есть грибы с ветчиной, да, говорят, очень вкусная, но мы не пробовали, может быть, кстати, и попробуем. А давай закажем сразу, да? Давай сразу закажем, попробуем, мы такого никогда не брали. Please, two. Там, конечно, есть нечего, но ради эксперимента почему бы и нет. Вы откуда? Ну, вообще, дальше Красноярска. Дальше Красноярска? 800 километров еще. У нас, кстати, новогодняя передача. Можете передать привет вашему городу. Привет. Как? Кодинск. 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 Это еще наши зрители тоже, которые нас смотрят. Мы сегодня как это. Да. Но мы уже... блогеров. Одних увидели, вас увидели. Супер. Нормально отдыхается, хорошо? Да. Вы на несколько недель, да? Нет, мы на 10 дней приезжаем. А, на 10 дней. Встречаем. А, понятно. То есть Новый год будете дома встречать? Да. Вот как раз посмотрите серию. Кап-н-кап. Так, ну что, давайте сразу продегустируем. Вы же знаете, когда что-то первый раз пробуешь, надо загадывать желание. Мы сегодня уже все желания загадали, у нас все исполнилось, поэтому я загадываю за вас желание. Вы прямо сейчас загадывайте. Загадали. Я ем. Ну, ветчина и грибы. Ничего такого сверхъестественного. А, так вот же. Мы как раз и стоим на то, что я вам говорил. Человек, который построил себе огромное количество домов и всего остального. Вот видите, какая очередь стоит. Мы так думаем, это не точно. Ну да, да, естественно. Вот такая очередь стоит постоянно к нему. Это здесь очень вкусный паттай. Мы сами пробовали, проверено, можете заказывать. У него есть и с курицей, и с морепродуктами, и с креветками. В общем, классно. Ну, дядька постоянно работает. Ты прикинь, сколько здесь очередь. Я не знаю, сколько здесь человек. Человек, наверное, раз. Человек 20, наверное. Кстати, про ребушки кто спрашивал, вот так вот их готовят. И потом вот так вот продают на вес. Очень вкусно. Ну, конечно же, обязательно смузи, 25 бат, цена вообще не меняется очень много лет, на разные вкусы. Очень вкусно тоже. Но опять же, да, там много льда наливают. Мне это не очень нравится, но, в принципе, так, знаете, чтобы освежиться нормально. Наша любимая женщина, которая нас все время узнает. Савади краб. I'm fine, very, very. Так, please.
Ты будешь какие, что ты будешь? Так, давай овощные, чего? Сколько? Не два. А, сикс? Рыбу дай тебе. Александр Анатольевич голодный стоит, облизывается. На, грибы съешь. А то все потом скажут, что я съел все. Ну, как тебя? Thank you so much. Happy New Year. Так, ну, в общем, собственно говоря, мы вам показали, ну, как тебе? Ну, так, да? Ну, на самом деле, да, нормально. Тут еще, да, для тех, кто впервые едет на ночной рынок, не знает, что это такое, смотрите, тут можно сесть за столики, вот так вот это все выглядит. Но здесь они сделали с прошлого сезона еще больше зону. То есть зона, вот смотрите, это все можно здесь садиться и везде питаться. Очень здорово. Людей много, отлично. Веселье, позитив, все, атмосферу, которую вам можно передать, было, мы вам передали. Так что ставьте нам обязательно лайк, как обычно, да? Наш хэштег вот так channel, кстати говоря, по нему найдете все, что связано с нашим каналом и наши соцсети и все остальное. А мы будем, наверное, уже прощаться, потому что мы и так уж сегодня... Я просто елку увидел, думаю, надо красивый финал сделать. Давай вот так вот. С подарками. Короче, друзья, у нас сегодня вот так вот получилось все. Я, честно говоря, мы не ожидали даже, когда начинали сегодняшний выпуск, что будет так здорово и так атмосферно. Поэтому с вас комментарии обязательно под видео. И в наши соцсети добавляйте, если остались какие-то вопросы. А я сделаю сейчас, знаете что? Я сейчас сниму свою волшебную шапку и подарю каждому нашему зрителю, потому что приближаются новогодние чудеса, и у вас должно исполниться хоть одно, но самое заветное желание. Так что не злоупотребляйте, да? А кому подаришь-то? Всем зрителям, всем 30 тысячам, друзья, я вам дарю свою волшебную шапку, которая по-настоящему исполняет желание. Раз, два, три. С Новым годом, друзья! Пусть все будет хорошо. Это все вам! Пока, увидимся в Новом году на канале вот так.